Яркий салат, картофельное пюре и тушеная печень – полноценный и сбалансированный обед. Приготовлена школьная еда с учетом необходимых норм белков, жиров и углеводов. Правда, для учеников главное, конечно, чтобы было вкусно. Чем кормят детей, узнал лично глава округа. Дмитрий Волошин прибыл в учебное учреждение внепланово, без предупреждения. Обедом глава администрации остался доволен. По-моему, очень достойно. Контроль питания в округе проводят регулярно. Блюда, которыми кормят школьников, проверяют родители и компетентная комиссия. В этот раз к проверке присоединились и члены общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Школа в очень хорошем, надлежащем состоянии. Мне очень нравится. И еда тут вкусная. Вот мы пришли, попробовали еду. Вот все было вкусно, замечательно. Недочеты есть, но они, по словам специалистов, незначительные. Меню стоит оставить прежним. Заменить можно лишь подачу и способ приготовления некоторых продуктов. Это позволит соблюсти баланс полезных витаминов и микроэлементов в еде и поспособствует лучшему аппетиту у школьников.